логики. Да, там типа оружие становится с ДД на ЦЦ, но ничего не меняется по статам. Так глупо. Не знаю. Ладно. Чё-то запизделись. Давай сюда. Зона туманности. Ты должен найти мерзавца по имени Фиксер, чтобы я смог допросить его. Итак, Бас, арестовать плохих парней на каждом уровне. Это... Я так понимаю, нужно этот, как его, там как-то улучшать можно, этот пепел. Но я не понимаю, как пока. Игра мне не объясняла. Тебе нужны лучшие комплектующие для робота. Я тебе помогу. Ты что, фиксик? Фиксер? Ты что, по-моему, арестовал фиксика? А что он сделал? Микроволновку сломал? Пойдем. Рыц-тыц, помогатор. Единственное, что тебе нужно, это найти такого сумасшедшего адвоката, который согласится тебя защитить. Тогда я свободен. Чё, блядь? Тогда я свободен. О, да, конечно. Охуительные хитбоксы, да. Так, сразу и то делаем, да? Бля, не хватает. Так, начинаю думать, что я не успеваю. Так, где оно? Окей, погнали. Блять, да ты серьезно? Давай еще вот такую хуйню будем здесь ставить, блять, чтобы вообще, блять, невозможно было играть. Давай. Ах ты, блядь, задумался о чем-то. Не о том, тихо. Окей, пацан, пацан, блядь, пацан. А чё она кончилась-то? Блять, какого хуя ты, сука, пиздюк мелкий. Это вообще хоть что-то дает? Да ты чё, блядь, делаешь? Мы же его арестовали. Три штуки. Кэннонбол! Ладно, окей. Другой дорогой пошли какой-то. А, ну нормально. Бля. Не взяли одного. Придется еще раз, блядь. Или нах.
Да ты охуел, что ли? Да это надолго. Хотя, может, и нет. Блин, у него уже хп не осталось, давай. Бля, он так-то дамажит, я ебу. Хилок больше не осталось. Да, ну ёпта, слышь. Да бей его! Уху-ху! Пихали. Мне кажется, я 280 набрал. Да, нормально, хорошо. Вот это не взял, к сожалению. Это ладно. Так, давай еще мелочевку. Тебе можно, в принципе, дальше идти, наверное. Если вдруг понадобится, вернемся назад. Так, наверное, будет лучше. Сколько надо? Похоже, Торг снова дает о себе знать. Торг? Ты должен доставить его мне. И чё? Итак, босс. Понятно. Так, босс. Раз, раз, хард, босс, блядь. Терк из клиники. Во всех 50 секторах. Терроризм, контрабанда, поджоги, уклонение от налогов. Что, блядь? Терроризм, контрабанда, уклонение от налогов, блядь. Чего нахуй? Позволь мне заниматься своим делом. Террористы налоги платят? Стоять за стойкой бара. Что, блядь? Как сказать? Погнали. Рыпа-пупа, рыпа-пупа, рыпа-пупа-пупа. Смотри, начали... Да-да-да, профсоюзы у них тоже есть. Блин, что? Прям сто пудов информация.
Лучше бы я то взял. Чего? Чего? О, нормас. Да уйдите нахуй. Так, окей, под ноль ушли. А я что-то даже на хп это не посмотрел, лол. Ой, блядь. Заново. Я даже не посмотрел на хп, сколько у меня его. Хилка рядом была, я... Не обратил тупо внимания даже. Мне казалось, все нормально было. Тыри-тыри-тыри-ты. Давай, давай, давай. В принципе, мы весь уровень уже почти прошли. Ты только умеешь стоять за стойкой бара. Окей, как сказать. Вообще не понял, к чему он это сказал. Дай-ка я вот сюда забегу. Блять, отойди. Десяточку взяли, поехали. Так. Нет, 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 блядь. Так, вот это берем. Еще пошустрее чутка. Опа, блядь, не надо было. Ну ладно. Писюк, а ну стой. Я первый. Скипнул этот ускоритель. А, хотя вот этот можно взять. Так, я до сюда в прошлый раз доехал, да? Теперь у меня внезапно фул хп. Бля, одного где-то пропустил пиздюка. Так, снимаем его пол хп. Спасибо, Мира! Ну-ка. Okay.
Коля, тихо. Ты чё разошёлся-то, блядь? А есть ещё хил? Для последнего. Ты где? Бля, тихо. Нет, уй, отъебись. Я уебу тебя. Я уебу тебя, уйди. Просто ничего не осталось, лол. Фу, победил. Фух. Что-то сложно стало. Прикрызись, робо. Мне надо подняться. Не дождешься моего конца, бас. Нет, думаю, это только начало. Всегда не спасибо, Крейзу. Сколько до следующего уровня нужно? Сейчас, либо сейчас скажут иди фарми, либо через уровень. Даже не знаю. Себя Юки. Но мы еще не прошли игру, только уровень. Только уровень. Все еще пока можно. Рейнджеры, у нас проблемы. Короткие катсцены, это ваша проблема. Нормально. Ебать, сокол-самурай. Чё у тебя с голосом? Да ну хватит стрелять пим по жопе-то, ну. Сика. Тут, конечно, эта штука не паузит того, за кем мне нужно бежать. Ты просто ее хватаешь. Думаешь, что она, типа, это... Чувака этого как-то тормозит и убивает все на экране. А нихера. Я бы не успел бы. Это ж мне пришлось бы с ним с полным хп махаться тут. Он что-то какой-то лютый был. Да, давай ты побежишь нормально. Чё ты так медленно бежишь-то? Да ляха. Да давай. Нет, это мы берем в любом случае.
Да беги ты, ну. Догоняет, сука. Где последний-то? Вон один вижу. Нет! Не только не так. А туда я как должен был залезть. Так, окей. Херачу вам. Да-да-да-да. Как много у тебя хп, пес? Ебать, как все кряхтит. Дед. Это что, блядь? Просто вообще. Нахуй. Пулемет какой-то, блядь. Лютый. Из-за тебя, босс Лейтер. Next time I will get you, get it. Эх. Медалька. Две медальки. Хорошо. 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 Свет сделал. На той неделе. А ты внимательный. Все еще можно. Смотри-ка. Все еще можно. Значит, всего хвата пока хватает. Окей. Рейнджеры! Огонь! Рейнджеры! Огонь! Что, блядь, происходит? Что за ледяной мир? И будет скользко, я и дрил, да? А как он такой большой? Я сейчас за ним буду бежать. А что-то он не такой большой-то. Я пришел с миром. Небо, вот, вот будешь загорать, вот так же будет. Ну-ка. Ну, здесь скейт халявный. О, бля, не. Пацанов мы здесь не собираем. Эту хуйню слишком сильно носит. Блять, да ты че угораешь? Еще и это поставили здесь. Да. Жесть. А че, где? А в смысле, он че, уже впереди, что ли, блядь? Че происходит-то? Он же не впереди. Не понял. Где? Чего, блядь? Я ее даже не видел. А он до нее не добежал. Он сзади был. Чего, блядь? Что за хуйня? Чего? Игра что-то потроллила сейчас, по-моему. Нажми на х. Нажал их. Медуза танкует. Архимон так сказал. Склонен ему доверять. Не первый день знакомый. Я босс Лейтер. Я пришел с миром. Да, она еще и травит. Лол.
Бляха, я даже не знаю, что делать-то. Я вроде как бы эту штуку беру, но она это, ее везде сносит. Я даже пацана взять не могу. Я вот это что ли пропустил? Чё-то дичь какая-то. Куда ты, блядь? Ну вот и как это взять? На удивление смог с первой попытки и даже не упал. Не надо, блядь. Сразу гейм овер, да? Охуенно. 10 из 10. Какой-то саунд добавить, как кто-то подсказывает. Какой саунд? Я что-то отключился. Жминах. Ну то написано жминах. Че? А. Понял. Я пришел с миром. Подсказки! Люблю подсказки! Подсказывай мне, человек из чата. Но будь уверен, бан прилетит незамедлительно. Блять. Где она? Вот где она, блять? Я ее не видел даже. Ну серьезно, мимо пролетел просто ее. Где она? Че ты, блядь, показываешь мне вперед, блядь? Стрелка ебаная. Что за бред? Вот где она? Бред. Давай-ка я лучше вот так сделаю. А то он уже убежал, блять, как далеко. Чика, стреляй точнее. Шенген, базар, фильтруй. Ну как бывшая, да? Стреляй точнее. Токсик стример, да. По-любому. Я пришел с миром. Так моя бывшая говорила. А что-то в волос попал ей? Ну, значит, права была. Куда ты целишься? Ну. Только волосы покрасил. Ну. Если девушки смотрят этот стрим, извините нас, мы долбоебы. Прям простите.
Ты чё, блядь, слышь? А, заебись, блядь. У меня ничего нету. До слез прошибло. Она так же сказала. Ну там не про волосы был, там про глаз было. Еще раз повторяю, девчонки, если вы смотрите этот стрим, извините, медло его. Ну, как, по крайней мере, я. Водяные пистолеты обсуждаем, да. Само собой. Да, 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 не сильно разъебывается от таких шуток. А да, ничего много нужно, что ли? Это знаешь, что это шутка, короче, старая такая, когда это. Хочешь, по это рассмешу? Только томатом. Значит, томат покруче, да, не смеется. Томаты не смешные, а ты их крутил? У них есть жопка. Смешное такое. Бля, чё я это все не собираю? Так можно было? Бля, поц, не толкайся нахуй. Да, блять, уйди ты нахуй. ХП это, блять, мое ХП. О, блять, как было близко. Да, пиздец. Да ебал я лоб. Чё, блядь? Куда побежал-то? Туда. Я достала это, босс. Окей. Я готова помочь, босс. Сила мира. Всегда можешь рассчитывать на меня. Ну и что там, насколько все сурово сейчас с этим боссом будет? Ебанешься. Окей, я думал, будет хуже. Он просто бегает, что-то какой-нибудь занимается. Так, ну сейчас, скорее всего, придется назад возвращаться и фармить. Ты бать, что ли? Нет, нет. Ну, это
что я медаль взял. Вопрос в том, сколько придется фармить. Вглубь. Все еще норм. Мне придется фармить еще 10 тысяч лет. Прекрасно выглядит, но ситуация на самом деле чудовищная. Океан, большие проблемы с контрабандистами. Если есть проблемы с продажами, можно расширить рынок. Проблемы с контрабандистами? О, да. Я так и поняла. Нет, не видел. Мне интересно пока. Блэкфин? Никогда! Чё? Не тогда? Ну ладно, окей. Не тогда. Нормальная хуйня. Не тогда. Чего, блядь? Что-то я, блядь, вообще нихуя этот уровень пока не понимаю. Все такое плавучее и такое непонятное. И неизвестно, туда я иду или не туда. Соник смотрел. Первый Соник был новым. Ядрить они дамажут. Так, ну чувствую, здесь надо просто плыть. Надеюсь, бомб здесь нет никаких. Потому что если придется возвращаться, это пиздец будет. Чё это? Блять, не взял. О, нет. Предметы высоко висят. Он что, будет по кругу плавать? Это сколько надо сейчас кнопок будет нажимать? Понятно. Так, где хилки? В принципе, я уже победил, но я бы... Отстань нахуй. Где хилка-то, блядь, еще одна? Вылажу вроде, нет? Найс. Теперь-то они мне скажут, что все, иди фарми.
Или я так хорошо проформился, что уже и не нужно. Ну, то есть я не против. Если вы мне дадите просто один уровень и все. Там, ну, количество планет, там сколько их там, 10, 12. Пекло? Опять? Второй уровень был пекло. Блять, вы чё, вы угораете, что ли? Мы чё, блядь, по два раза будем на планету возвращаться? Ты ебануто играли, что? Да. Поехали. Ой, а кто это у нас тут? А Крейзи Зу, красавчик. Времени нет. Что происходит? Что происходит? Мы бежим вперед, все. Подвинься. Спасибо, что подтолкнул. По-братски прям. Спасибо. Почему мне музыка Dragon Slayer напомнила? Не взял. Проедрено. Блять, серьезная игра? Ну я, блять, на ускорении был. Ну чё, блять, ты начинаешь-то, нахуй? Как я, блять, должен? Что? Я прыгнуть должен или что? Да, блять, она не прыгает! Сука, чё за угар, блять? Ускорения нет никакого. Блять, что? Нет, это хуйня полная какая. Ладно. Ну, я надеюсь, 40 секунд хватит нам добежать. Уж на рекорд не претендую. Блять, беги! Так, мы уже вроде почти на месте, да? Ну серьезно, ёбаный трамплин. Вот, блять, из-за него потратил все деньги. Ой, все деньги, блять. Все время. Что за хуйня? Я же уже почти победил. Ну, мне бы секунд 10, я, наверное, добежал бы. У меня 22,5. 22,5. Это вот сейчас на этом уровне две медали взять. Можно дальше пойти. Окей. Босс Лейтер, звездная команда. Времени нет. Крайзис 00. Окей.
Как скажешь. Crysis 00. А Crysis 00 красавчик. Блять, на кружок ускорения, что ли, не пойму. Да вроде не. Или да? Ничего не понимаю, блять. Ничего не происходит. Да, блять, что ты прыгни? Теперь нормально. Теперь по времени нормально. Наверное. Палец устал держать кнопку. Точно нормально, хватит времени-то. Ты, блядь, сейчас серьезно? А чё? А как? Что? Там не было никаких досок, ничего ускориться. А где? Я бежал, блядь, как мог. В смысле? В смысле? Чё, блядь? Че за прикол-то? Блять, куда я вошел? Если тебе... Я не хочу. Можно выйти? Марья Ивановна, можно выйти? Я жду новых указаний. Единственное, что тебе нужно, это... Да давай уже, ну. Иди. Сумасшедшая макака. О. Давай. Заводи эту херату. Тут мелкий был. Я его даже не заметил. Я не в этот уровень не хотел войти. По нормальному топ теперь. Где-то я реально ускоритель проедрил. Вот серьезно. Ну не может же быть такого, что я просто я опаздываю на 40 секунд. Это же чушь.
Не, ну серьезно, а где она могла быть-то? Я даже не видел. Блять, вот помнил же ведь, что... Что нужно так делать? Не, нихера не сделал. Так, ну вот и где? Не здесь. Может, здесь вниз надо? Блять, вон она была. Сука. Конечно, всрал сейчас, я просто смотрю, может быть, здесь где-то еще что-то было. Это мне вряд ли поможет. Да, уже дошел вообще что-то. Сложно. Сложно, но можно. Я в азарт вошел.